Привет, мои дорогие хорошие подписчики. Я вам сейчас сделаю обзор на эту книгу. Она очень хорошая, а вот это просто дерьмо. И, кстати, не покупайте эту книгу. Я, кстати, на нее делал обзор. А вот Соболев, это хорошая книга. Он тут разъясняет, как сделать канал успешный. Она так и называется. Путь к успеху. Путь к успеху. Купив такую книгу, ты много познаешь насчет Ютуба. Как правильно что делать. Какие теги, тут все прописано. Я вон начал читать. До сюда прочитал. Ну, много что понял. Ну, я вам не открою, потому что вы сами приобретете такую книгу. Ну, это получается как реклама книга. Соболев, заплати мне это за рекламу. О, чипсы тут какие-то. Даже есть картинки цветные. Вот. Прикольные картинки такие. Туслый, ну, такое, наверное, по-любому изображение должно быть, а не такое. Просто такое изображение. Смотреть не буду. Блин. А сейчас фиг его знает, где что. Вот тут. Ничего. Куда он загнул? Так. Ну, кстати, мне эта книга обошлась 345 рублей, по-моему. Ну, прикольная книга такая. А вон там, который выкинул Ивангай, там, для детишек. Просто рисовать что-то. Там чертежи какие-то делать, там что-то. Я обычно поэтому сканируешь там и на видео. Это специально сделал, чтобы он больше просмотров было. У него и так много просмотров. Так. Что тут вам еще показать? Тут заголовки есть. Пранки, музыкальное видео, поиск идей, мозговой штурм, майды. Ну, короче, приобретите такую книгу, ютуберы, и вам будет все хорошего. Вот такой вот коротенький обзорчик. С вами был успешный Сережа. Главное, любите себя. Когда вы начнете любить себя, вы будете любить другого. Пока! Подписывайся, жми лайк и всего вам хорошего. Кстати, ваши комменты, ваши лайки делают меня успешным. Я вас люблю. Удачи вам всем. Пока, ребята.